Всем доброе утро, ребятки. Представьте, да, вчера шли в платье летнем, сегодня в куртке. Холодно. Я замерзла. Ветерок такой, знаете, вот вчера, если ветерочек был, такой теплый-теплый. Сегодня ветерок холодный. Так что, ну я футболочки просто, курточку накинула, чтобы не продуло. И нас капюшоном обязательно. Потому что вдруг дождь или еще что-нибудь. Я капюшончик накинула, нормально. Так что всем хорошего дня. В общем, ребят, иду я уже домой. Зашла в киоск, взяла вареников. Ну, я беру иногда их. Сыночка у меня дома сидит. Позвонил. Мамочка, хочу вареников. Я говорю, ну я приду, налеплю. Он говорит, я такого хочу сильно вареников, что я не смогу ждать, пока ты налепишь. Я говорю, хочешь в магазин их? Он говорит, да. Без проблем. Зашла, купила. Вот, ребята, встретилась. Вот сирень, сирень зацвела. Ну, запах я ее не люблю. Вот сиреневая и белая. Смотри, какие кустики. Так, еще понюхать могу чуть-чуть, но. Блин, тут сфотографироваться прикольно. Ну, ладно. И тут кустики вот слабенькие. Так что Наталька сегодня сдавала экзамен. Сдала на пятерку. Молодец, доченька, вообще. Она меня радует. О, вот еще куст. Смотрите, сирень, сирень, сирень. И, в общем, на пятерочку она сдала. Я говорю, молодец, умница у меня. Сейчас она мне написала, что приготовить кушать. Я говорю, ну, если хочешь готовить, приготовь что-нибудь. Она говорит, что? Я говорю, хочу плов. Не знаю, готовит плов. Сейчас приду, посмотрю. Моя рукодельница. Прям такая довольная, что она раньше как бы не это. Ну, как бы говорила всегда, мам, научи готовить. Я говорю, пошли на кухню, я тебя буду учить готовить. И все, она начинает у меня по времени. Сколько то, сколько это. Я говорю, дочь, я вот никогда не засекала. По времени ничегошеньки. Я всегда так все на глаз делаю. Учись так. Пробуй, смотри, всегда будь. Какая береза ты. Че, я тут не видела? Обалдеть, ребята, я ее ни разу не видела. Смотрите. А знаете, почему не видела? Потому что никогда не смотришь по сторонам. Идешь или в телефоне, или музыку слушаешь, или болтаешь. Вот у меня такое ощущение, вот или у меня экран мутный, вот как-то интересно там видно. Ничегошеньки не вижу. Ну, ветерок. Я не расстегиваюсь, потому что я в одной футболке, чтобы это не продуло. Солнышко подпекает так хорошенько. Но я это не рискую. Продует. Что временами идешь, вроде бы ничего, потом как дунет и уносит меня, и уносит меня что-то там снежную даль, три белых коня. Ой, это караоке хочу попеть, вообще прям хочу караоке я попеть, но никак не получается. Телевизор неохота тащить мне сюда в зал, потому что там у меня нету телевизора, а там включать надо коробки, чтобы петь. Так что я никак не спою. Сейчас приду и покажу плов, какой Наталька приготовила. Наверное, приготовила, может только готовить, потому что она мне только что писала. Мам, если она успела. Ой, смотрите, какие облака. Небо, смотрите, какое чистенькое, чистенькое. Ой, голубенькое, голубенькое и белое облако. Красиво смотрится. Сейчас только обратила внимание. Прям висят такие подушечки. Ух! Как это, знаете, ватка. Вата такая как будто висит. Так красиво. Вообще, ребят, вот сейчас и шла, даже внимания не обращала. И посмотрела так на душе. Прям приятно стало, так хорошо. Ой, боже мой. Я хочу вот так вот смотреть на небо, чтобы такие тучки были. А потом так вниз отпускаюсь и море. Море волнуется раз, море волнуется два. И я разбегаюсь и падаю. Брызги по сторонам. Я плыву, но я плавать не умею. О, красота. Размечталась, говорит, одноглазый. Ой, блин.
Ладно, ребят, я с вами проболтала, уже до дома дошла. Ну вот у меня как раз, вот как я вышла с вами болтаю, 4 минуты. Сейчас к дому как раз подойду, 5 минут будет, как я до дома иду. Быстренько. Так, здесь вот Наташка готовит плов. Грудка, лучок, сейчас еще морковочку кинет. А я поставила сыночки вареников отварить. Здесь еще вот морковка нарезана, сейчас туда закинем. А Наталька делает себе рыбу. А я, в общем, пока все готовится. Вот мороженое вчера купила, фисташковое. Что это вдруг? Светофоре. Что? Нет, не ешь мороженое. Дочь, я пробую. Я его есть не буду. Я просто попробую и скажу, вкусная она вообще или нет. Не-не-не, я есть не буду. Ну, не знаю, так не пойму, вроде бы. Холодненькая. Она пока мы вчера дошли, она все растаяла у нас. Я ее в холодильник закинула. Сейчас она вон прям застыла. Конкретно, конкретно. Ковыряю, ковыряю. Вроде бы ничего на вкус. Приятненькая. Не сказать, что прям нехорошая. И не сказать, что прям вау. Просто приятненькая. Не противненькая. Холодненько. Приторно-сладкая. Так, сейчас плов приготовится. Вареники сварятся. Мне пойдет с Наташкой заниматься. Вот, ребят, такой плов получился. Я еще не мешала. Доченька приготовила сама. Я лежала, отдыхала. Тут у нее еще рыбка. Тушится с капустой, с морковкой. Ай, горячий. Так что приятного аппетита, кто собрался кушать. А мы пошли заниматься. Так, все, ребят, я к тренировочке готова. У нас сегодня просто ягодицы. Спортик, спортик. Занимаемся. Фу, ребят, все, у нас тренировочка закончилась. Ну, пока, короче, мы тренировали, смотрите, кто к нам зашел. Всем привет! Она тоже тренировалась с нами, смотрите. Да. Наблюдала тщательно, контролировала все движения. Так что нормально. Привет, дорогая, даже не поцеловала еще. Они не ждали, я приперлась. Я даже тебя не поцеловала. Привет. Ты только занята была, конечно. Конечно, я вон себя спотаю. Наташку поздравить. Наташку с пятерочкой нашу. Молодец какая. Вообще я вся мокрая. Мокрая вся. Успотела. Натуська, поздравляю. В общем, ребят, мы сели с сестренкой кушать. Салатик. Мы уже всем почти, почти доедаем, да. Я плов почти доедаю. Ну, зайдите на канал сестренки. Мы там банчик сняли чуть-чуть. Помячим. Да, печку кто-то пил. Знаешь, как холодно было? Зайти невозможно было. В доме дубак такой был. Я пришла, затопила. Тепло. Ты чувствуешь, что тепло? Да. Зашла, прям чувствую тепло. Ну, понять не могу, почему, да? Ну. А Леха, вы же догадался печку, что я затопила. Ну, Леха, это у вас давно уже. Все, мы, ребят, короче, это... Слушайте, покушали. Сейчас попьем кофеечку. Кофеечку кто? Ну, я цикорий. Наташ, я пью цикорий и всегда говорю это. Кофе? Кофе, кофе, кофе пью. Ты не дай это. Чё у тебя кофе? Чё в том? Ты кипяточек наливай. А ещё кипяток нам налить? А я цикорий пью. Мне, кстати, на работе закончился, надо на работу отнести. Сегодня даже кофе пила, что нет. Не было у меня этого самого. Без молока? А, у меня сегодня уборщица тоже говорит. Наташа, ты вот увольняешься, ты... Вернешься обратно? Прикинь. Я говорю, нет, я не вернусь обратно. Она, ну у нас вот тут продавец увольнялся, вернулся обратно. Я говорю, ну блин, вернулся. Я говорю, не возвращаюсь обратно. Я же им всем сказала, что я возвращаюсь на вторую работу. А-а-а. А, типа они думают, если что-то не понравится, то мне на вторую работу вернёшься. Они думают, у них бесценная работа. Степочка, будешь конфетку? Я ему, короче, вот эти конфетки выдаю по выдаче. Я уже. Вот эта штучка, ну видишь, тоже скажешь. Я уже. Все поняла. Все.
И все, и там яблоки больше не меньше. Я противная, я не знаю, с кого я такая противная. А может шоколадка горькая есть? Нету горькой шоколадки, дочь? Есть. Я не знаю почему. Ну, видишь, у меня вкусовые качества такие странные. Ну, это ничего пахнет. Это там брала, что ли, в светофоре? Да. Ничего такая, я вот ем, мне как бы много не съешь, а вот чуть-чуть, прям нормально. Я у Ирки попробовала, прям это, понравилось. Я а что ты? А где мою? Чай не долила. Хватит. Полный. Ой, сладко вообще. Не надо полную еще, как так? О. Ты что, так не полную всегда пьешь? Достала, выпей полную. Короче, шоколад горький. На, попробуй. Я еще жду, не дождусь, когда я уже последние дни. Сейчас 2 дня отдохну, потом 4 дня, и все, я... улетаю. Я улетаю на большом воздушном шаре. Ты будешь это дать? Нет, сладко все. Россия щедрая душа. Вот щедрую душу я могу. Я всегда хотела вот так вот попробовать. Вот цикори и кофе. Они же ничем не отличаются. Мне когда остывает кофе или цикори, я вкус не понимаю, что это налито. И подожди. Вот как с ней чай пить? Вообще разницы нет, прикинь. Ну-ка, сейчас давай вкусовод. Дегустатор. Сейчас дегустатор мне скажет. Отличается, я сейчас кофе глотнул. Чем? Вкусом. Это нет. Кофе, это не кофе. А я просто в голове сказала, что я кофе пью. Ну, ради бога, пью. У меня вкус кофе. Чешет она мне, типа, цикори пьет, а это значит не... Потому что я цикори пью, мне хорошо. А кофе пью, мне накрывает. Да и кофе, у меня же дома нету кофе. Я тогда ради вас покупала. Что вы пили? А мы бросили кофе пить, да? Я на работе могу себе позволить 3 в 1. А оно вообще же никакое. Я попью. А, ты когда говоришь кофе пьешь, ты вот это 3 в 1 пьешь? А я, прикинь, вообще пить не могу. Я его выпиваю, у меня вообще... Даже не, оно нормально. Нет, неплохо. Я не понимаю, а что типа, эти не ее, что ли? Червячков. А их сильно много. Дырки возьмешь? Их сильно много есть. Угу. Им нравится, когда пачечка маленькая. Да. Да, вот эту пилюшку погоди. Дырки наберешь и покажешь. Так что Тюля передала. Угу. Че, как бурика? Угу. Нормально. Слава богу, угодила. Рубани. Куда? Сюда? Да? Другая включает. Все, сестреночка домой полетела. Пока-пока. Не сиделись, наболтались и наелись. Да. Все счастливенько. Привет там всем своим.